fresher — это как бы чище вот такое, такое чувство. Mm-hmm. Я чище, чем... я не знаю, как по-русски... motherfucker, но это плохое слово. Понятно. И... Да, поняла. Как бы... Ты знаешь, что это такое? Примерно. Ты знаешь, что такое слово fuck? Uh-huh. Ну это имеется как бы секс, только не хорошее слово. Ну понятно, я знаю. Что я как бы чище, чем motherfucker, но на самом деле это не очень чистая вещь, если ты свою маму... Ну да. И потом говорит: да, я motherfucker. Нет, я не заберу твою девушку, но я заберу ее язык от тебя. Ты не видишь, ты не понимаешь, что я в любви, девушка. Она влюблена. Нет, он говорит, я тебе переведу слово до слова. Ты не понимаешь, что я в любви, девушка. Как будто бы нет, как никакая другая девушка. Ой, извини, мне казалось, ты моя другая девушка. Mm-hmm. Вот такая вот, вот это он говорит. Mm-hmm. Как, что ты думаешь? Понимаешь, Борька, мне вот это искусство вообще оно не близко, не близко мне это искусство вот это. Вот ты считаешь, что вот это искусство, да? Но почему искусство должно быть таким грубым? Почему через каждое слово повторяются всякие плохие слова? Ругательные слова, матерные слова, понимаешь? Я такой род искусства не воспринимаю. Например, в России тоже есть примерно такие же певцы, которые вот точно так же выступают. Некоторые поют, а некоторые выступают как вот юмористы, смешат людей, именно употребляя вот всякие грязные слова. Я вообще не приемлю такое искусство, понимаешь? Я считаю, что... достаточно других способов, чтобы рассмешить людей или чтобы взбодрить людей, чтобы, скажем, поднять им настроение. А вот это я не считаю искусством. Мне не нравится такое искусство, понимаешь? Да, может быть, он и, так сказать, зажигает какую-то определенную часть людей. Но вот я бы никогда на такой концерт не пошла. И я бы от него никогда удовольствия не получила. Потому что это очень грязное искусство. Вот это не искусство, это грязь. А почему это грязь? Ну, я хочу бы, наверное, послушать, что ты... Да, но понимаешь, значит, он вроде бы говорит... В том, что он добился всего, что он стал богатым, несмотря на то, что он вышел из плохой очень среды, что он осуществил как бы свою мечту, что он не считает деньги, что у него теперь много денег, что его все любят, что его, это самое, он может взять любую девушку и доставить себе любое удовольствие, как бы. Но о том же самом можно говорить другими словами. Почему нужно говорить именно грязными, неприятными словами, которые вызывают, у меня, например, отвращение вызывают такие слова. Я уже не воспринимаю идею, если она выражена такими словами. Почему? Это, наверное, индивидуальное восприятие такое, не знаешь? Я понимаю, что... Может, это не по твоему вкусу, но да. Я не считаю, что это значит, что это не гениальное искусство. Тем более гениальное я не могу это никак назвать. А в чем гениальность?
Ну в чем? Значит, слова там ничего нового не открывают. В чем его гениальность? Ну в чем? Ну хорошо, он, значит, своим искусством добился признания, заработал деньги, окей. Но так же, как он, добились, может быть, и очень много других, в чем его гениальность. Голос самый обычный. Значит, манера преподнесения мне не нравится. Она грубая, грязная. Но я бы не могла никогда сказать, что вот это гениальный певец. Но искусство, как он использует, что он выражает этими словами и насколько удачно он выражает то, что он хочет выразить. А то, что он хочет выразить, я считаю, что и как он это... То, что он хочет выразить, это одно, но как он выражает, это просто, мне кажется, мастерство. Потому что, например, вот сейчас последние песни, но, например, под конец, он тебе не говорит именно, что он думает, а он тебе показывает это. Он делает, вот когда, например, я слушаю это, я чувствую, как он чувствует. Я знаю, что это фантазия, но я чувствую, вот как он чувствует. Например, я прохожу через ту же... как experience по-русски? Опыт. Через как будто бы вот так... Понятно, его навыки, его опыт, через такую же жизнь, ну, понятно. Взгляд на его ситуацию или на жизнь, как он. Например, в последней песне он говорит, что... Не видишь ли, что я в любви девушка? Как никакая другая девушка. Ой, извини, я думал, что ты моя другая девушка. Ну а в чем здесь гениально? Потому что это... Во-первых, когда он говорит, ты не понимаешь, что он это сказал, пока через пару секунд. Потому что он так играется со словами, что это может воспринять по-другому. Как бы кому он адресует. Ну понятно, значит. Понимаешь, он заставляет тебя думать, при условии. Есть другие слова... метафоры, которые он использует. Например, есть другая песня. Он очень играется с языком. Понимаешь, как структуру языка. Например, когда вот по-английски это синтакс и семантикс. Ну, понятно, у нас тоже синтакс называется. Вот как он поставил слово, оно влияет на... Как по-русски meaning? На мнение свое, на понятие. На понятие, как ты понимаешь это предложение. Uh-huh. И так как он использует эти слова, то... Он создает такие... Он так это описывает, не просто, а больше как бы описывает. То есть, что еще интересно про его... песни, он не пишет их. Он это из головы идет. Ну, понятно. Он их запоминает, но он... Поэтому их песни, как бы каждая строчка, она меняет направление. Угу. И мне кажется, его песни работают... То есть это как экспромт. Он... Как бы. Не просто, да. не только так, потому что он думает про это. Например, вот эта вот песня... И что я хотел сказать, что это его вот слова в песне, как lyrics по-русски. Что? Lyrics. Lyrics, не знаю. Ну, короче, вот его слова песни, они идут по такой же линии, или, можно сказать, не линии, как человека мозг. Когда mm-hmm. ты думаешь вот о чашке, и ты вспоминаешь, о, porcelain, Китай, потому что mm-hmm. она сделана как бы из вот этого. Понимаешь? А потом Китай, ты вспоминаешь вот это вот, потому что это сделано в Китае. Это абсолютно не вещи, не связанные, между связанные, но да. Так работает мозг человека. Еще почему такие грубые слова, мне кажется, потому что они не могут быть добрые, потому что если бы они были добрые, он бы не мог говорить о этих темах.
он бы не мог говорить о этих темах вот так вот, потому что это была бы уже другая тема. Он бы тогда говорил о вот более спокойных вещей. Ну почему? 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 Почему он такой? Да, я не понимаю, почему ты говоришь другими словами, он не мог бы сказать о том же самом. Почему? Он мог бы нормальными словами, без употребления вот этих глупых, этих грубых, матерных у нас это называлось, слов, понимаешь? Вот, хотя бы вот это motherfucker, ну зачем это нужно? Зачем? Почему он не может сказать, что я не подонок, я не плохой там человек, а на самом деле? Так как я всего достиг, я всего добился, значит, я стою как личность чего-то. Это тоже понятно было бы. Почему нужно прибегать вот к этим... Ну, дабы это... Это бы звучало очень... Ну, это не его история. Он... Почему не его история? Почему? Ну, потому почему? Что, ну, то есть ты считаешь... Что он вырос в том месте, где такие вещи существуют. Он как говорит, или многие рэперы говорят, что они продавали наркотики. То есть у него... Окей, опять же об этом можно рассказать, но без этих вульгарных слов и жестов. Понимаешь? Так тогда бы он использовал язык таких людей, которые выросли в аристократной... В аристократической среде? Тогда бы это не было... Не знаю, я не совсем согласен с этим делом. Ну как в аристократическом языке можно сказать то, что прожил абсолютно, ну, противоположно, не аристократ, а наоборот? Ну, я считаю, что можно. Его, его папа был как бы плохой. Mm-hmm. Он иногда в песне, он... Mm-hmm. Как бы говорит, насколько он любит свою маму, но он говорит, он, но он своего папу вычеркнул из жизни, потому что он ушел от его мамы, и он бил свою маму. Ну, понятно, понятно. Боренька, ну, я не знаю, ну, понимаешь, вот, может, ты хотел услышать что-то другое, но вот как я это воспринимаю вообще, мое мнение, оно касается не только его, всего остального, что о любой очень тяжелой жизни, о любой очень грязной истории можно рассказать обычными словами, а не матерными словами. Понимаешь? А об этой же самой истории можно рассказать. И, может быть, даже такими словами, которые будут затрагивать душу еще гораздо больше, потому что они будут вызывать сочувствие, сожаление и еще большее уважение, что человек из этого вырвался и стал другим. А вот эти, вот этот мат, как бы сказать, да, ну, по-нашему это мат, он наоборот как бы унижает его. И мне кажется, что он наоборот не способствует восприятию, а препятствует восприятию его хороших, может быть, мыслей и идей. Ну вот, это мое такое мнение. Я не приемлю вот такое искусство. Я не смотрю русские передачи, которые примерно такие же, когда через слово мат-перемат. Вот. А люди сидят в зале и покатываются со смеху, например, и аплодируют бешено. Но я не приемлю такое искусство, просто. Ну, это ж просто слова. Ну, для меня нет. Для меня нет. Для меня это не просто слова. Для меня эти слова вызывают физическое отвращение. Вот тошноту, понимаешь? Да. Да. Для меня это не просто слова. Но ты бы не согласилась, что если оно в людей такое возбуждает, сильные реакции, то значит оно на каком-то... Мне кажется, значит, что людей возбуждают вот эти ритмы, не слова, которые он произносит, я думаю, что а вот именно музыка и ритмы, они, да, возбуждают. А в словах я вот ничего не нашла, понимаешь? Я в его словах не нашла ничего гениального, ничего для меня, например, пробуждающего мысль. Наоборот, вот эта вот постоянная грязь, которую он льет, не позволяет...